Ну что, народ Божий, со святым Николаем. Я всегда с этого места, всегда поздравляю с города Измаила. Прекрасная погода, город Дунай, красота. И хочу сказать одну вещь. Когда я хотел жениться, были определенные условия. Надо было продать квартиру в Черкасской области. И я очень сильно взывал святому Николаю и сказал: папа, давай читать Акафист. Я уверен, что Николай нас не оставит. Мы почитали Акафист святому Николаю на коленях. Мой папа впервые в жизни вообще что-то делал в таком жанре. И представляете, после того, как мы окончили Акафист, вот вам крест святой, это правда. Мы вышли на улицу, нам позвонили, сказали: добрый день, а вы Пальчук Валентин Григорович? Мы пытаем его по поводу хаты, продаете чего? Мой батя был в шоке. Если бы был телефон, снять это выражение лица, то есть он понял, что такое реальные чудеса. В каждом доме сегодня происходили чудеса, у детей радость, у детей вера. И это нужно продолжать, это нужно делать. Каждый из нас может быть другом святого Николая. Делать не просто добрые дела, делать прекрасные сюрпризы во имя его. И он, как святой великий чудотворец, необычайно простой. И тропарь ему, кстати, берется общий. Он вот даже не захотел, чтобы у него был особый тропарь. Чтобы каждый стал из нас другом, а он нашим был другом. И когда закончится наша жизнь, чтобы он поучаствовал в том, чтобы Господа упросить и просить нас грешных и недостойных. Почему об этом говорю? Вот не желаю каких-то подарков супер. Вы знаете, вот с возрастом, вот 35 лет стукнуло, и ты понимаешь, что такое в жизни самое главное. Самое главное в жизни, друзья, это спасение. Вот мы все просим того, того, говорим, желаем, там, особенно в тостах, да. А самое главное, не желаем. Забываем реально, спасение это главное. И я не потому, что такой умный или какой-то верующий стал такой, знаете, это с возрастом приходит. Ты какие-то ценности ставишь одни, а жизнь вносит коррективы, и ты понимаешь, что когда смерть рядом ходит, когда ты видишь, как это происходит, ты понимаешь, что в жизни ценно это только одно, человеческая жизнь, прекрасные человеческие эмоции, отношения, любовь. Но вот спасение – это самое главное. Когда мы поднимаем с отцом Игорем дискос, я всегда просил, чтобы Господь послал мир, братья наши. Реально, потому что дьявол ходит, нас ссорит постоянно. А сегодня я впервые в жизни почувствовал, как я поднимаю этот дискос и говорю: Господи, пошли нам мир и спасение. Всем чего и желаю. Пусть молитвами святого Николая у нас будут всегда желания ко спасению. И самое главное, пускай оно придет. Со святым Николаем.